Итак, 1 мая. Озвучивание площади у городского дома культуры «Олимп» будет осуществляться с 12 до 18 часов. Праздничная торговля предполагается в этот же период времени. Праздничная концертная программа и народные гуляния пройдут в период с 14 до 17 часов 1 мая. С 13 до 17 очень бы хотелось, чтобы работала развлекательная программа для детей. То есть вот прокат батутов, электромобилей, каких-то аттракционов, за которые у нас отвечает традиционное управление по делам молодежи и туризму и управление по физической культуре и спорта. Вот с 13 до 17 часов на площади должна эта программа работать. 8 мая в Доме культуры «Олимп» в 14 часов состоится праздничный торжественный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая. У нас всегда начинают спортсмены. Легкоатлетическая эстафета по улицам города среди учащихся и трудящихся. Время не установили, но я так понимаю, что в 10 часов, потому что эта эстафета должна успеть пробежать до начала митинга. Соответственно, в 10 часов должен будет старт уже этой эстафеты, в 9 часов сбор у ДЮСШ «Олимп». Соответственно, с 9 часов мы уже начнем озвучивать площадь. К этому времени должны быть все подключения для того, чтобы мы смогли включить музыку. Почетный караул на площади у памятной стелы заступает с 11 часов. Понятно, что к этому времени уже огонь должен быть зажжен. Да. Торжественная церемония возложения венков на площади у памятной стелы в 12 часов дня. Полевая кухня на площади у городского дома культуры «Олимп» для жителей города начинает работать в 13 часов, и в это же время для ветеранов в фойе городского дома культуры «Олимп» также полевая кухня.